Так, женщина пишет. Каждый год сон один и тот же. Дорога по краям деревья. Я хожу и кричу мужа. Он приходит, идем домой. Так 2 года подряд и живем с ним. На 3-й год жизни снится то же самое. Дорога, деревья, кричу мужа, его нет. На утро он приехал и говорит, собери мои вещи, я ухожу. И мы развелись. И вот смотрите, наверное, все-таки здесь идет. Я хожу и кричу. Наверное, вот проблемы какие-то. Женщина кричала мужа. Он приходит и идут домой. Но в конце концов, скорее всего, из-за какого-то крика, проблем и крика, когда решаются проблемы, тут, наверное, на повышенных тонах решались проблемы. Поэтому вот они и разбежались. Почему? Потому что приехал, говорит, собери мои вещи. Ключевая фраза. Я хожу и кричу мужа. Вот эта проблема может быть первая причина развода.